Доброго времени суток, господа товарищи, любители хорошие. Приветствую вас на игровом канале Восход, с вами я, Михаил. Мы продолжаем играть с вами за Хорезм. Что же, наш Джихангир Кейкубат встретился с армиями половецкими возле малого сарая. С целыми двумя, с гарнизонами и не гарнизонами, скажем так. Ну, примерно по силам-то, наверное, скорее всего, одинаково. Разве что мы немножко, наверное, по коннице и по лучнику, наверное, их превосходим. И ну это и все. Ну что, давайте нам сразу в битву. Это единственное, что осталось на этом ходу нам сделать. Все остальное я уже сделал и там пропустил порядка, наверное, скольки. Ну, наверное, ходов на 5 или 6, наверное, даже. Но случилось на самом деле не так уж много всего интересного. Так, ну об этом поговорим после битвы. Так, ну, местность нам попалась, откровенно говоря, не самая хорошая. Нам снова придется снизу бежать, они будут сверху. Это, конечно, не есть гуд. Совсем не гуд. Так, хорошо. Конные лучники будут с этой стороны, вся остальная конница у нас будет с другой стороны. Это все здорово. И хоть хотелось бы, конечно, по-другому построить. Копейщики, да. Потом бродники. Впереди метатели копий. Так, осталась у нас вот легкая пехота. Она будет стараться фланги окружить и зайти с флангов. Так, что мне еще осталось? Ага, вот еще мелкий отряд. А все остальное у меня лучники. Все остальное лучники. Давайте их тоже здесь как-нибудь поставим. Как-нибудь вот так вот, да? Ну, отлично. Хорошо. Ну что же, начинаем битву. Они надеются задавить нас числом. Что ж, больше жатвы для нашей стали. Побежали, друзья, побежали. Вы тоже побежали. Так, вы. Так, сбоку подходит у них подкрепление. Нам нужно с этим стеком разделаться раньше, чем они подойдут. Они весьма близко. Но надеюсь, они примут бой. Они станут убегать куда-то. Потому что если они сейчас на гору будут ползти, нам придется туго. Да, они это и делают. Они ползут на гору. Где? Это печально. Я... Так, какие-то странные звуки прорезаются. Непонятно откуда. Останавливаться не надо, друзья. Не надо останавливаться. Хорошо. Начинаем вести бой. Накидываем по застрельщикам. В принципе, неплохо. Подкреп у них еще далеко. Давайте потихоньку распределим.
Что ты, вот этот отряд. Так, лучники, 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 давай сюда, иди быстрее. Здесь кто? Застрельщики. Вся конница застрельщиков. Вперед. Встречайте. Вперед. Вперед. Отлично. Отлично. Хвала пророку. Мы одерживаем верх. Еще немного, и неверные сдадутся. Так, кто здесь сражается? Ну-ка, уйди. Уйди, уйди, уйди. А вот ты вот беги сюда. И ты тоже сюда беги. Слава Аллаху! Армия неверных обезглавлена. Ну что ж, друзья, армию одну мы обезглавили. Вообще можно сказать, что разбили. Ну-ка, впендюйтесь. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Огромное здесь количество всяких разных бегающих. Так, где там вторая? Вторая армия. Еще далече. Так, давайте-ка лучников сюда вот. Делим наверх вот этих тоже куда-нибудь вот сюда вот. Так, дальше. Дальше нашу пехоту выстраиваем где-нибудь вот тут. Да. Шикарно. Лучники сюда вот. Блин, ну ребят, вы где там? Я вас не вижу. Я не вижу ваши ручки. Давайте сюда вот. Так, конница, конницу мы, наверное, я даже не знаю, спускать ее или подниматься. Черт. Шорт, шорт. Шорт. Давайте, наверное, ее вот здесь поставим, конницу, и по флангу проатакуем. Так. Застрельщики все быстро сюда метнулись. Ну отлично, мы по этим половцам вдарили. Они, наверное, не ожидали стремительной атаки с моей стороны. Растерялись и сдохли все. Шикарно. Так, ну отлично, мы успели построиться, в принципе. Практически. А, конные застрельщики пошли. Давайте, давайте, ребятки. Сейчас мы посмотрим, какие вы конные. Так, выходим вперед. На всякий пожарный случай. Вдруг они идиоты нас проатакуют. Кто их знает. Я уже ничему в этой жизни не удивляюсь. Так. Как, а? Так, а вот здесь я надеюсь. Даже не надеюсь, а знаю, что надо вот этих перебить. Это легкая какая-то кавалерия, альдары, да? А вот их сейчас конными застрельщиками мы отчубичим. Так, ну полосы приближаются потихоньку. Ну, пускай приближаются. Замутили они тут свой кантаберийский круг. Ну, я не думаю, что он им поможет.
Наши конные лучники вполне себе вырезают альдаров. Осталось хуже 20. Что того меньше. Ну, собственно, и все. Отряда нет. Так, конные застрельщики, они потеряли все свои, блин, луки. И остается нам их только уводить отсюда, к чертовой матери. Вот это печальная новость. Кидаем всю свою конницу вперед. Так, все, пошли вперед. Лучники отошли, молодцы. Вперед, 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 вперед. И вы, соответственно, тоже вперед. Так. Конные застрельщики. Я хочу, чтобы вот сюда переместились. Моя конница пошла на ихнюю конницу. А вот это плохо как получилось. Наши остановились. Не получилось чарджа. Но надеюсь, они их перебьют таки. Все-таки три отряда. Наших гораздо больше нет. Они даже боя не принимают. Али принимают. Непонятно пока. Так, вот здесь мы вот на этот кантаберийский круг накидываемся. И врезаем к чертовой матери. Так, ну что вы остановились-то? Я вам что, приказ не дал? Дал. Какого хрена? Один отряд понял, остальные не поняли. Так что ли? Так, пехотка, ну-ка иди сюда. Я думал, вы лучники. Лучники. Почему вы не стреляете? Наш полководец убит. Вот те на. Наш долг отомстить за него. На самом деле ничего там страшного нету. Я уже привык. Я уже привык к этому делу. По той простой причине, что они у меня вообще дохнут как мухи. 16. Походу, три отряда нашей конницы просрет одному ихнему отряду, а? Догоняйте, уроды. Не защитили, понимаешь, своего шефа, засранца. В три отряда, а? В три. И ноль эмоций. Так, ну здесь мы вроде как справились. Мы одерживаем верх. Еще немного, и неверные сдадутся. Ну, у вас 27 и 10. Убивайте. Не знаю. Удивительно, впервые такое сталкиваюсь, что один отряд... Один отряд телохранителей... Команду еще слабее, чем другой. Причем не только у нас, так было и с грузинами, так и с половцами. Единственное, я, наверное, только с крестоносцами еще ни разу пробовал до конца. Слабее они там или не слабее. Так, ну и все. Все, так, вы не стрелять, вы успокойтесь. Ну давайте еще вот эти вот помогут. История просто удивительная. Как так они? Было три отряда. Конечно, не совсем они целыми были, но тем не менее. И они все легли, уничтожая лишь один. Как такое? Я не знаю. Какой-то мрак. Но тем не менее, мы разбиваем второй их нестек. Вполне себе конкретно.
Конечно, потери при этом понесли гораздо выше, лишились командующего. Ну, здесь я не знаю. Я не вижу, например, своей здесь вины. Я три конных отряда. Причем нормальных три конных отряда послал. Против одного конного Слава отряда. Аллаху. Надеюсь, что... Армия неверных обезглавлена. Мы победим. Во славе Аллаха! Враги бегут, как перепуганные дети. А вместо этого мы лишились полководца. И, конечно, это меня печалит. Так, блин. Вот так вот беги. Ты вот так беги. Так, больше никого тут не осталось нигде. Всего мы убежали. Пятеро. Хорошо, мы их тут положили, в принципе. Султан, пехотка наша посильнее. Мы одержали великую победу. Неверные прокляли тот день, когда они родились на свет. Ну, по крайней мере, есть разница с теми войсками, которые были у противника. Ну и потеряли мы четверть армии. Убили же почти 2200. Прилично. Прилично. И у нас сейчас самый интересный, загадочный город там достанется или не достанется. С городами тоже получилось весьма и весьма интересно. Сейчас я вам покажу. Так, ну всех казнить. Может быть, нет, у нас появится командир. Нет? Вражеский лагерь, 200 монет, ну это шоколадно. Торжествуйте! Ай! Чель-то какая, а? Джихангир Кейкубат. Еперный театр тебя. Да, обидно, обидно. Очень обидно. Но никуда не деться. Здесь у нас еще противника хватает, как вы можете наблюдать. Город к нам, к сожалению, не достался. Глаза и уши султана. Чем могу служить? И уже вряд ли достанется. Сами видите, потрепали нас знатно. Нам бы уйти бы теперь отсюда. Уже было бы неплохо. Так, ну ладно, и давайте тогда по порядочку что-то пройдемся. Во-первых, у нас что тут произошло? И повинуюсь. У нас почти закончился плюс от джихада удачного, да? То есть у нас была слава и триумф. Слава уже исчезла, остался 20%. Триумфа был 30%. Я так понимаю, еще два хода и совсем все исчезнет. Вот. Ну и по мере того, как все это исчезало, проблемы с общественным порядком вылезали обратно наружу. Вот, вы сами видите Эмби, уже тут все красное и все печально. Как-то так. Пытался замириться с половецкой ордой, но они ни в какую. Я им предлагал 10 тысяч золота, благо денег у меня до хрена. Предлагал им вернуть Эмби, предлагал им карту, предлагал им еще дань там на 10 ходов по 100 монет. Ну, так что был пункт. Ни в какую, вообще ноль эмоций. Вот, в ноль совершенно. Не хотят. Что с ними, с такими красивыми делать, я хз. Ну что же, война так война. Будем воевать. Но нацтек, к сожалению, уже кончился. Его нужно переводить. Отводить на обновление. Можно, в принципе, отходить не к Эмби, а к Итилю. Итилю у нас здесь стоит стек. Что прикажете? С новым командующим, Месут Балтачи. Это был герой дня. Доблестный воин. Мы только что на этом ходу Итиль осадили. Вот. А старый командующий у нас закончился под Магасом. Как вы помните, был здесь целый стек.
Отдельно я вывел командующего, чтобы он трейд и не получал отрицательный при осаде долгой. И получилось все очень и очень интересно. С таким я, может быть, и сталкивался, но уже и не помню, честно говоря, друзья. То есть, был ход противника Грузии. И как произошло? У них кто-то там в замке умер. Кто-то умер. И все. И город достался нам. Как так? Я не знаю. Потому что замок был под осадой, и выйти из него никто не мог. Войти тоже никто не мог. Отрядов там было больше, чем один. То есть я понял бы, если там был один полководец, и он умер. Да, тогда замок получается пустой. А там кто-то действительно и умер. Но было как-то по-другому, потому что там было больше, там около 5, что ли, отрядов было, или 6, мы же их осаждали, да-да. То есть куда они делись, что вообще произошло, я так и не понял. Я видел только, что кто-то умер, я даже только звук слышал, а какое-то тело там упало, не видно было. И все, и замок стал наш. Как так? Ни боя, ничего. То есть весьма и весьма странно, я так и не понял эту коллизию. Но замок достался нам. Уже он желтеньким становится, был зеленым. Ну да, вот вылазит религиозный бунт. Сейчас еще 20% страха уйдет, еще 20% триумфа уйдет. Будет здесь общественный порядок 60. Вот такая печалюга. Загнала сюда. Сколько? 4 священника у нас работают. Но не особо это помогает. К сожалению. Вот, и под Магасом-то, дальше про Магас расскажу до конца. Стоял полководец наш, один-одинешник, отдельно от стека, да? Чтобы не получить отрицательный стек. И тут подходит вот эта тварь. Вот я не помню, какая из этих тварей. Вы хотите изложить ваши условия или убирайте? Вот, это наш бывший посол, которого у нас иерусалимский агент, вот этот посол, перекупил Джилдалион. И вот эта же скотина Джилдалион взял ее и перекупил нашего полководца. Представляете? Он его подкупил. И он переметнулся на вражескую сторону, пришлось его убивать. Приказывайте. Вот так весело. С Иерусалимом я тоже пробовал заключить мир. Тоже ни в какую. Я ему отдавал 10 тысяч золота. Отдавал Иерусалим тогда. Он еще мой был. Вот. И карту еще отдал. Тоже ноль эмоций. То есть они даже не пробовали как-то торговаться. Не хотят. Не хотят. Ну и не надо. Не надо. Ничего не поделаешь. Да, Иерусалим уже теперь у мятежников. Армию мы здесь пытаемся увести. Этот у нас стал, ну просто... героем. На него еще дважды нападали стеки Иерусалима. Всякие разные. Отбивался как мог. Получил там огромное количество каких-то всяких способностей. Ночной воин, храбрец. Чего только нет. Ну и серьезно ранен, конечно. К сожалению. Также довольно-таки любопытна у нас установка в Рей посадил совсем молоденького чела, Фарук Ильденизли, 16 лет. Посадил его в столицу, в Рей, и там как раз закончил строительство школы и начал строительство библиотеки. И он под это дело получил 2 интересных вот таких вот ачивки, как их называют. Вот. Кому интересно, может прочитать на паузе. То есть Ибн Рашд и Моисей Маймунид. Обалдеть. Я таких еще ни разу не видел. Не встречались они мне. Хотя я и играл, в принципе, за Египет. Там таких не было. И за Хорезм я играл в первой булатке. Таких мне не попадалось. Довольно-таки любопытная вещь. Очень много они дают. Плюс он, сидя в городе, получил гурмана, умника, базовое восточное образование, способности к ораторству. И у нас получается здесь вообще нет коррупции. Представляете?
И это чел в 16 лет. То есть, ну, ништякового мы нашли наместника. Так, давайте делать ход. Денег у меня кур не клюют, честно говоря. Заходит по очень-очень много. И хотя бы с одной проблемой мы разобрались. Вторая проблема, конечно, это общественный порядок. Как бы вся эта слава и триумф уходит постепенно. После джихада успешного. А новый мы назначить пока не можем. Но сейчас, кстати, попробуем еще раз. Может быть, уже и можем. Так, и здесь у меня что? Ага, здесь их не стек. Меня нагоняет. Давайте отойдем. А, ну благо хотя бы так. Благо так. Хорошо, я согласен. Хотя бы так удалось отойти. Не знаю, тогда Эмби, наверное, сейчас все здания порушу. Ну, хотя это преждевременно, посмотрим. Там еще даже бунт начался. Спешить не будем. Ну и, конечно, меня тревожит все это дело. У меня очень хорошо теперь по территории. Очень хорошо экономика развилась. Приносит бешеные деньги. Очень много теперь я зарабатываю при помощи купцов. Они тоже приносят очень-очень солидный доход. Вот. Но совсем все плохо с военным делом. То есть у меня как... Появились те самые копейщики. Новые. Все. Больше у меня ни одного нового отряда не появилось. Конечно, у меня Ургенч и Дамхан как бы почти достигли нового уровня, но почти. Там же надо после уровня еще их и отстроить. То есть мне получается, дойду до этого где-то как раз впритык. О, хаумполовцы смерт. Здорово. Бунт Эмби. Потрясающе. Просто потрясающе. Как они меня задрали. Ну ладно. И мама, и мама. Так, ну, я бы не сказал, что что-то интересное произошло. Вот, мунирки, часи и зады. Архитектор. Хорошая. Анч. Да он где сидит? В Дамхане. Я что-то путаю. Да, в Дамхане, к сожалению, 67 лет. Печалька. И сюда бы кого-нибудь пригнать, чтобы вот этого архитектора-то отдать вам. Было бы неплохо. Ну да ладно. Держимся на 4-м месте. Что, давайте построим много всего интересного. Как видите, я еврейские пригороды не то что сношу, я их наоборот строю. То есть в определенных городах, в Дамхане в том же. Мне, ну, очень нужен прирост населения. Настолько нужен, что оно просто в крае. И мне проще здесь немножко потерять по общественному порядку, чем ждать с меньшим уровнем процента прироста населения. Поэтому жду, друзья, строю. Так, здесь давайте темницу теперь построим. Три с половиной процента заходит, и в принципе 2000 здесь должно довольно-таки быстро набежать. Это меня радует. Так, где бы еще что-нибудь построить? Машхат. То же самое, осталось 1500. Ну, давайте кузницу. Исфахан, в принципе, уже, да, достиг. Да. Но спешить не будем. Давайте пекарню сперва.
Тебриз, порт. Ну, чем тебе порт? Я не знаю. Что тут рынок строить? Так, Ереван. Уже 95% все. Вот же ж печаль-то. Давайте амбар на здоровье. Так, остался только Тифлис. Ну, наверное, давайте вот здесь библиотеку построим сперва. Отлично. Отлично. Во всех городах у нас все строится. Денег завались немерено. Ну и давайте разбираться с ситуевиной с нашей. Так, во-первых, вот отсюда давайте. Есть дипломата. Для меня? Нехай поговорить со шведской принцессой. Что я могу сделать для вас, милорд? Как насчет торговли? Принуждать леди? Мы еще встретимся. Хорошо. И давайте дойдем до сюда, вот посмотрим. Повинуюсь вашей воле. Да, султан. Повинуюсь вашей воле. Да, султан. Повинуюсь так до сих пор и не смогли египтяне отбить себе Каир. Нахам. Это меня, конечно, тревожит. Сегодня путь окончен. Ну ладно. Ассалям алейкум. Пусть хотя бы Нахам, так. Султан. Повинуюсь. Да. Как угодно султану. Воинам нужен отдых. Ах, что ж ты будешь делать-то? Вот. Хотел уже. Ну ладно, забыл. Идем на территорию египтян, они за это нам нас штрафуют. Ну ладно, мы им потом денег заплатим. И все будет хорошо. Так. Здесь я уже готовлю новую армию. Не знаю, куда я ее отправлю. Но куда-нибудь, может быть, и отправлю. Так, хотели мы посмотреть по поводу джихада, давайте посмотрим. Так, вот, Исфаил веротерпимый. Во имя Аллаха. Благочестия у него много. Ну, видим, что со времени последнего джихада прошло слишком мало времени. К сожалению, друзья. Поэтому ждем-с. Так, вот здесь появляется еретик. Хотите спастись? Спросите меня. Назовите врага. Хреново. Воле султана. Ну, надеюсь, что на следующий ход я его уже убью. О, великий султан! Повинуюсь воле султана. Так, дальше. Вот сюда. Это невозможно, султан. О, великий султан! Во имя Аллаха! Где-то у меня здесь было. А, нет, убрал я его. Ладно. Принцесска. Хорошо, никого не встретила. Жалко, конечно, птичку. Ну да ладно. Да. Вот здесь ты с ним что-нибудь можешь сделать? Нет, не может. Ну и не надо. Выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Шикарно. Так. Да, султан. Это... Я жду, султан. Здесь кто убиваем вас... священника. А хрен мы его убиваем. Никто ни о чем не догадается. Вроде 90%, а... Приказывайте. Ноль эмоций. Вот здесь мы собрали не такой неплохой стек, я бы сказал. Наверное, давайте подвосстановим. Что возможно здесь подвосстановить. Чем могу служить, султан? Приказывайте. Так, ну, вроде все нормально. На два хода, да? Хорошо. Два хода и пойдем куда-нибудь, я не знаю, грузинам попробуем этот замок захватить. Попытаемся, по крайней мере. Так, что еще там? Вот эти султан, чудики идут у меня в магаз. Как прикажете. Посидят, подумают над вечным. Повинуюсь во имя Аллаха. Глаза и уши султана. Так, ты давай сюда куда-нибудь. Ну, отлично.
Больше ничего особо интересного-то и нет. Убийца наш. Наш прокачанный убийца 70 лет, скоро конь отдаст. Давайте попытаемся убьем Джилда Леона. Много-много горя он нам принес. Давайте попытаемся его убить. Это все хорошее. Но я почему-то так и думал, что произойдет. Единственное, не жалко, ему уже было 70 лет. Но, конечно, меня это не радует. Совершенно не радует. У нас здесь еще одна принцесса. Так, наверное, ее... Куда ее деть там? Даже не знаю. Потом здесь построим сейчас корабль, куда есть вот порт достроится, два хода. И через корабль все это будет быстрее происходить. Так, и у нас здесь, значит, бунт, да? Глаза и уши. Давайте выведем лазутчика. В принципе, особо сносить-то здесь нечего. И виселица. Да мечеть я здесь построил. Так. Ну, давайте попытаемся убрать отсюда наш стек с войсками. Так, что мы еще на этом ходу не сделаем? У меня здесь еще один стек есть. Вот. Должен сразиться с мятежниками. Бисмилла, мы победим! Сарацинское ополчение, лучники, турецкие всадники. Ну что ж, давайте. Аллах дарует нам победу, а неверным смерть! Ой, как неудобно тут, а... Так, ну давайте всех застрельщиков в одну группу. Давайте где-нибудь там встанете, вот здесь вот, да. Собственно, полетите вперед. Так, вы все здесь. Полководца как-то побережем. Так. Ну и запускаем вперед застрельщиков. Этим торопиться не будем, пускай сами ползут. Сейчас мы их отработаем по полной. Ну, давайте, накидывайте. Хорошо, пошло дело. Очень хорошо саживает. Давайте сюда стрелять, чего какие. Неграфилы. Нормально. Нас атакуют! Пока все идет по плану. Метатели дротиков. Сражаться!
Так. Ну-ка, впендёте сюда вот. Как вас много. Так. Армия неверных подобна Туру с глиняными рогами. Мы побеждаем. Вы сюда. Отлично. Вошел наш конный отряд противника. Давайте побыстрее убирать. Пускай лучников бегут, убивают. А то их сейчас свои же все перестреляют. Зная этих гондурасов. Ну и все, побежали уже. Надеюсь, это сломит оставшихся. Что же, хорошо. Неверные бегут, как стадо баранов. Ну, конечно, обидно, когда у мятежников войска лучше, чем у тебя. Со всеми твоими, блин, деньгами, замками. Это вызывает печаль, скажем так. Так, давайте здесь ускоримся. Мы будем надеяться, что к встрече с монголами мы откроем хотя бы еще одну технологию, которая нам позволит изучить хотя бы еще... один уровень повыше войска и собрать из них какие-то армии. Потому что если нет, то это будет печально. Так, прекрати стрельбу. А ты вон где был? Извини. Вкус этой победы подобен изысканному нектару. Блистательная победа. Ну что ж, друзья, вот такая у нас выдалась серия. Надеюсь, она вам понравилась, была более-менее боевой. Ну, я думаю, что следующая будет такой же. Так что, друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего, удачи.